Я планирую сделать вот, что я планирую сейчас ускориться, все равно последняя лекция, уже вы никуда не денетесь, убежать вам не удастся. И дальше еще в большей степени лекция будет напоминать трейлер к книжке, которую я вчера, в прошлый раз, вернее, вам давала. И начнем мы вот с того. Я думаю, что я уложу в сегодняшний курс целых три сюжета. Просто мне бы очень хотелось объяснить их на пальцах. Детали вы можете найти в разных других местах, в разной литературе, которая есть. Вот. Но прежде всего надо покончить с координатами Фенхеля-Нильсена на пространстве Тейхмюллера. Значит, пусть у нас есть пространство Тейхмюллера, связанное с поверхностью пока без проколов. Рода G, где род G больше единицы, чтобы там могла бы быть гиперболическая метрика. Значит, пространство Тейхмюллера мы понимаем как пространство всех возможных гиперболических метрик на нашей поверхности с точностью до диафеоморфизмов, которые изотопны тождественному. То есть мы не отождествляем метрики, отличающиеся на скручивание Дена. Если я напомню еще раз, что вот давайте посмотрим. Вот представьте себе, что у нас здесь есть гиперболическая метрика. Картинка совершенно контринтуитивна в смысле метрики, но тем не менее. Значит, если мы возьмем нашу поверхность, разрежем ее, скажем, вдоль этой кривой и подкрутим на угол 2π, то у нас получится поверхность, которая изометрично исходной, изометрично, правильно? Ну, потому что вот естественные объекты между двумя поверхностями будет изометрией. Но как элементы пространства Тейхмюллера это будут разные элементы. Зато мы можем сказать, что вот вторая поверхность, подкрученная, получается из первой, когда мы на пространстве Тейхмюллера подействуем модулярной группой, а именно скручивание Дена как раз один элементик, вот первый элементик нашего пространства Тейхмюллера отправляет во второй элементик нашего пространства Тейхмюллера. Вот. И в прошлый раз мы говорили о том, что на пространстве Тейхмюллера можно задать координаты, такие очень естественные координаты, которые сразу нам дают понимание того, что, собственно говоря, это топологическое пространство. То есть мы можем говорить о близости двух элементов отсюда. Эти координаты называются координаты Фенхеля-Нильсена. По-моему, я в прошлый раз именно не говорила, и устроены они так. Значит, мы выбираем и фиксируем раз и навсегда семейство замкнутых кривых, гамма-итых, количеством 3g минус 3 штуки. С таким условием, чтобы все кривые были бы нестягиваемы, чтобы они были бы попарно неизотопны, и чтобы они попарно не пересекались. Тогда, как бы мы их ни нарисовали, например, так, а вообще говоря, существует еще 100-500 способов нарисовать, они разрежут нашу поверхность на штаны. И мы знаем про штаны такую вещь, вот они, наши штаны, что если у нас есть гиперболические штаны, то есть штаны с гиперболической метрикой, и такие, что граничные компоненты суть геодезические, то длины граничных компонентов однозначно восстанавливают метрику на всех остальных штанах. Ну, в прошлый раз мы доказывали, легко делается, надо разрезать на два шестиугольника, а эти шестиугольники оказываются конгруэнтными, и дальше мы пользуемся леммой о шестиугольнике. Вот, то есть если мы знаем длины вот этих кривых, то мы можем восстановить все кусочки однозначно. А наоборот, было сказано следующее, в прошлый раз доказано, что если у нас мы возьмем три положительных числа любых, то для них существуют штаны, единственным образом определяющиеся с такими длинами граничных компонент. Поэтому, если мы устроим отсюда, так, из пространства Тейхмюллера, прошу прощения, из пространства Тейхмюллера отображение в r 3g минус 3, а устроено оно так, очень просто, как, значит, каждой точке нужно приписать 3g минус 3 координаты. Это будут просто длинные, значит, точка отсюда уходит в длины от гамма-итых. Как-нибудь эти кривые надо занумеровать. Они у нас занумерованы, значит, мы попадаем в это пространство. Вот, но это еще не все, потому что эвристики нам показывали, нам говорят, что у нас пространство в два раза большей разменности. В чем здесь секрет? Дело в том, что если мы разрезали наше пространство, значит, каждая точка отсюда восстанавливает однозначно набор штанов.
но не способы, как их можно, как их нужно склеивать обратно. Вот. Но первое замечание такое, что мы их действительно можем склеить, потому что длины равны в тех местах, где мы склеиваем. А второе замечание такое, что каждое... Угу. У нас ведь получится только часть пространства, причина полупространства, потому что длины же положительные. Да, спасибо большое. Дело в том, что вот r больше нуля можно отождествить с r посредством, скажем, экспоненты. Поэтому я иногда буду про это забывать, писать что-то. Так, конечно, то есть, честно, надо писать r больше нуля. Но r больше нуля гомеоморфно всему r. Так что это не страшно. Вот. И теперь, когда мы начинаем склеивать, то вдоль каждой гамма-итой у нас есть подкручивающий параметр, который, значит, тоже нужно учитывать при склейке. И этот подкручивающий параметр, который обзовем его тета-итой, так, давайте как-нибудь по-другому, это лямбда большое, тета от гамма-итых, дают вторую порцию координат, вторую порцию координат числом 3g-3, сколько привык, сколько подкручивающих параметров. И, значит, что я хочу сказать, что вот в связи с тем, что вот я сейчас говорила, подкручивающий параметр живет не на окружности от 0 до 2π, а на вещественной прямой, потому что когда мы подкрутили на 2π, как мы уже сказали, мы получаем другой элемент, отличный от исходного пространства Тейхмюллера. Поэтому вот эти самые кратные 2π углы, они тоже считаются, поэтому у нас получается не окружность, подкручивающий параметр тета и тета, вот оно живет на обычной r. Каждый тета и тета живет на r. Вот так. Значит, тут, может быть, не очень понятно, как выбирать, откуда это самое число, подкручивающий параметр, отсчитывать, откуда считать, от какой печки мы, какой параметр соответствует значению 0. Вот. Ну, давайте, вот это как раз технический момент, который вы можете посмотреть в книжке, а мы перейдем к следующей теме, которая не входит в учебник по пространствам Тейхмюллера, а входит в статью Пеннера про лямбда-длины. Что я хочу сделать? Я сейчас хочу рассмотреть поверхность с проколами. Проколы означают, что мы просто из поверхности выкинули точки. И я хочу задать пространство Тейхмюллера поверхности с проколами. Значит, пускай на S уже есть хотя бы один прокол. Во-первых, я должна его определить, что это такое. По аналогии с прошлого раза, давайте пространство Тейхмюллера поверхности с проколами определим как множество всех полных Риммановых метрик конечной площади на SG с точностью до дифеоморфизмов изотопных тождественному. Вот когда у меня не было поверхности, когда у меня не было проколов на поверхности, вот это слово у меня отсутствовало, и слово конечной площади у меня тоже отсутствовало, потому что для компактной поверхности это выполнено всегда автоматически. Теперь, когда у нас на поверхности получаются есть проколы, то это, в общем, автоматически не выполнено. Что я подразумеваю под полнотой метрики? Ну, то, что обычно подразумевается в первом курсе. Значит, метрика должна быть полной, это значит, что у любой фундаментальной последовательности должен быть предел. Ну, если на поверхности есть метрика, значит, мы можем говорить про пределы последовательности точек на поверхности, правильно? Там можем мерить длины, появляются эпсилон-окрестности и так далее. Появляются в том числе фундаментальные последовательности. Ну и вот. И поэтому наивный способ построить элемент отсюда, как просто взять замкнутую поверхность, такую гиперболическую метрику придумать, а потом выкинуть точки, не годится, потому что... вот это вот условие полноты нарушается. А именно, давайте возьмем последовательность точек, которая стремится к проколу. Она у нас будет фундаментальная, а предела у нее нет, потому что мы точку выкинули. И с этим надо что-то делать. Давайте с этим поборемся.
Как с этим можно побороться? Значит, вот эта вот красная последовательность, прошу прощения, сейчас я верну, она должна перестать быть фундаментальной. Иначе никак. Из этого следует... Да, да, о, ура, молодцы. Значит, это отлично. Спасибо большое, что, что вы догадались. Аккуратно, чтобы конечность площади не нарушить. Да, золотые слова, но аккуратно, чтобы конечность площади не нарушить. То есть он, скажем, не должен вот так вот, да, раскружаться, распахиваться вот так. Значит, все проколы превращаются в такие рога, уходящие на бесконечность. Давайте попробуем такой рог себе изобразить. Давайте вот возьмем отдельно взятый рог, отрежем просто его. Ну, например, мы его можем склеить таким образом. Значит, мы все клеим из кусочков гиперболической плоскости. Давайте возьмем две прямые, которые упираются в одну и ту же точку. Давайте вырежем вот такую вот разверточку и склеим у нее противоположные края. Тогда получится рог. Давайте чуть более аккуратно в обратную сторону посмотрим. Ну, пусть у нас есть рог с гиперболической метрикой. Тогда давайте посмотрим на его универсальную накрывающую. И становится ясно, значит, что такое универсальная накрывающая. Значит, мы должны вот такой один отдельно взятый рог. Мы его должны разрезать вдоль геодезической, лучше всего вдоль геодезической вот так. Ну, универсальный накрывающий рог, топологический рог ничем не отличается от окружности, то есть нужно просто взять бесконечно много разверток и друг с дружкой вот таким вот образом склеить. И что получится? Получится картинка, вот эта точка на абсолюте, на гиперболической плоскости, и картинка, она получится вот такая. Вот все вот эти кусочки, их бесконечно много, они замощают все то, что лежит внутри некоторого урецикла. Значит, тут можно провести урецикл для простоты. Здесь тоже аккуратненько по урециклу отрезать. Тогда картинка у нас будет вот такая. Я немножко забежала вперед, но тем не менее сейчас я поправлюсь. Что нужно сказать? Нужно сказать следующее, что пускай у нас имеется вот так, такой объект. Тогда давайте сделаем вот что. Давайте разрежем, давайте проведем кривые. Сейчас мы перерисуем только нашу поверхность. Давайте. Я хочу объяснить, почему я имею право уходить на гиперболическую плоскость. Потому что есть проколы. Давайте проведем набор кривых с вершинами. Ну, либо соединяющие проколы, либо вот какие-нибудь вот такие вот. Не будем проводить, значит, кривые, которые я рисую, они не должны пересекаться вне проколов. И такие, которые оставят от нашей поверхности диск, которые разрежут нашу поверхность на диск. Тогда нужно сказать следующее. Первое замечание, что универсальное накрывающее нашей поверхности с проколами, это что такое? Это по определению универсальное накрывающее, это односвязанное пространство, на которую... Наша гиперболическая метрика, прошу прощения, самое главное, я забыла написать, но все понимают. Наша гиперболическая метрика поднимается, и она полная, потому что исходное накрываемое пространство у нас полное. Значит, накрывающее пространство полное, односвязанное с метрикой K-1, а это только одно по теореме униформизации, это гиперболическая плоскость. Иными словами, если мы разрежем нашу поверхность геодезическими, значит, каждую из кривых по-прежнему можно реализовать геодезической, то картинка замощения гиперболической плоскости у нас будет примерно такая. Значит, после разрезания у нас получится многоугольник, все вершины которого лежат на абсолюте, потому что я его так построила, запретила на моим кривым пересекаться внутри. Поэтому у нас получится что-то вот в таком вот образе. В таком роде. Фундаментальная группа нашей поверхности будет по-прежнему, так же, как и без проколов, действовать вот здесь, только у нее появляются параболические элементы, вращение вокруг точек на абсолюте, и вся гиперболическая плоскость оказывается замощена копиями вот этой вот фигуры. И если мы посмотрим на одну отдельно взятую
точку на абсолюте и посмотрим на ее окрестность, что тут происходит, то мы увидим как раз вот ровно вот эту картинку. Здесь можно провести орицикл какой-нибудь, лучше поменьше. Вот. И тогда он замощается разверткой вдоль соответствующего рога. Вот так. Значит, тем самым определение пространства Тихмюллера такое же в точности, с точностью до вот этого вот, до этой поправки, как и в случае без проколов, но только вот эти координаты здесь у нас уже перестанут работать, потому что у нас появятся штаны бесконечной длины, некоторые штанины превратятся в точку на абсолюте, значит, у них будут бесконечно длинные швы и бесконечно и непонятно какие, так сказать, длины граничных компонентов. Потому что я с самого начала так построила мое разрезание поверхности. Я нарисовала семейство замкнутых кривых и дуг, которые не пересекаются нигде, за исключением чем в проколах. Вот, только в отмеченных точках. Поэтому по построению. То есть я могла бы, конечно, добавить что-нибудь такое посерединке убила бы эту картинку, но мне не хочется. Мне нравится. Так, то, что проколы окажутся на абсолюте, вытекает, да, из полноты. Из конечной площади вытекает то, что эти рога, они сужаются. Вот если мы будем брать кривые, которые обхватывают рог, то легко понять, из конечной площади следует, что в классе изотопии таких кривых найдется кривая сколь угодно короткой длины. Вот, то есть вот рог. Более того, я только что объяснила, что ничего, кроме рогов, которые получатся вот такой вот склейкой, вырезание кусочка из вот такого сорта кусочка, в принципе, быть не может. Вот, хорошо. Теперь, значит, как же делать, если мы хотим задать систему координат на пространстве Тихмюллера? Здесь возникает, здесь приходит Пейнер со своей замечательной идеей. И он вводит длинные координаты, длинные, которые совсем не такие, как здесь. Вот сейчас объясню, как они устроены. Значит, шаг номер один. Так, шаг номер один. Давайте я объясню, что такое квазитриангуляция. Идеологически это то же самое, что рисование вот этих самых гамыетов, но реализация совсем другая. Вот у нас есть поверхность с проколами, и мне сейчас удобно смотреть на эти проколы как на отмеченные точки. То есть давайте мы их вернем обратно, но будем помнить, что, значит, они должны у нас убежать на абсолют. Что такое квазитриангуляция? Вот здесь я рисовала эти кривые до тех пор, пока могла их рисовать. И когда я уже не могла нарисовать новую кривую, она все распадалась на штаны. Здесь я рисую тоже дуги кривых. Каждая дуга обязана соединять две отмеченные точки. А может быть, такой вот тоже разрешается, когда одна и та же дуга соединяет одну и ту же отмеченную точку. Чего не разрешается? Не разрешается рисовать стягиваемые кривые. Не разрешается рисовать попарно-гомотопные кривые. И не разрешается самопресечений, не разрешается пересечение между этими дугами, за исключением концов. Ну и вот я начну рисовать. И буду рисовать до победного конца. Так, сейчас я хочу показать, что тут. Например, я могу нарисовать вот так и вот так. Сюда я могу перерисовать еще вот так и вот так. Ну, здесь у меня рот большой, я до конца свою картинку не дорисую, но должно быть всем ясно, что это процедура, которую можно производить многими разными способами, и что в конце концов окажется то, что называется как раз квазитриангуляцией. Потому что все разрежется на области, которые гомеоморфны треугольникам. Но только эти треугольники, они такие, как бы сказать... Вот, например, вот эта вот область, это тоже треугольник. На нее надо смотреть как на треугольник. Потому что, значит, когда мы идем по границе этой области, раз, два,
три. У нее три ребра. Если это ребро считать дважды, потому что мы его обходим и с той стороны, и с этой стороны. Это не страшно. Значит, вот если все такие ненормальные треугольники тоже добавить, то то, что получится, называется квазитриангуляцией. А там, где ручка, мы ее все-таки разрезаем на куски. Значит, вот если есть ручка, то значит туда нужно много чего, чего-то такого, значит, пририсовать. Ручек уже не остается. Значит, требование такое, что квазитриангуляция – это то, что если мы разрежем вдоль дуг, то у нас получится набор квазитреугольников. Вот. Давайте я не буду говорить формально, что это означает. Вот. А теперь что мы делаем с квазитриангуляцией? Значит, и первый шаг такой. Зафиксируем квазитриангуляцию. Во. Квазитриангуляцию, давайте обозначим ее дельта. Это аналогично тому, как мы здесь фиксировали набор кривых гамаитых. И с каждой квазитриангуляцией будет связана своя система координат. Хорошо, шаг номер два. Мы сейчас декорируем пространство Тихмюллера. Мы рассмотрим большее пространство Тихмюллера, тэч с волной от S. Значит, элемент этого пространства – это вот что такое. Это поверхность с метрикой вот той же самой кривизны равной минус единице, полной конечной плоскости, площади и так далее. И вот какое... Вот какой объект? Еще набор орициклов вокруг каждого из рогов, вокруг каждого из проколов. Сейчас объясню, что это значит. Так, пускай у нас есть один отдельно взятый рог. Значит, я уже сказала, что на универсальный накрывающий он развертывается вот в какой-то такой вот букет копий этого рога. А теперь здесь мы в центре, с центром вот в этой точке, берем орицикл. И теперь видим следующее, что если мы посмотрим на проекцию универсальной накрывающей обратно на нашу поверхность, то вот весь этот орицикл, он схлопнется в одну кривую, которая обхватывает этот прокол, обходит этот прокол. Значит, ну, понятно почему, потому что фундаментальная группа как раз действует, так сказать, поворотами, и орицикл при поворотах переходит сам себя. Только здесь у нас орицикл бесконечной длины, а здесь он будет иметь некоторую... Здесь еще важно, что мы по геодезическим, да, разрезали? Да, конечно, да. Угу. На самом деле, вот эта проекция, она ничего не значит про то, как мы разрезали. Это я просто, чтобы вам было яснее, добавляю для полноты картинки. На самом деле, проекция ничего не значит, не знает про эти разрезания. Эти разрезания, вообще говоря, связаны там, могли бы разрезать по одной геодезической, могли бы разрезать по другой и так далее. Важно то, что при проекции с универсально накрывающей на рог орицикл наматывается сам на себя, а не устраивает... Вот какую-нибудь такую штуку. Вот это вот важно. Вот здесь оказывается орицикл. Хорошо. А теперь, значит, в чем проблема? Вот, допустим, мы зафиксировали квазитриангуляцию на нашей поверхности. И нам очень хочется сказать следующее. Вот мы здесь мерили длины этих самых гамма-итых, а здесь давайте будем мерить длины вот этих вот соединяющих кривых. Вот и будут координаты на нашем пространстве. Ну, все понимают, в чем проблема. Длины вот этих кривых, это они равны бесконечности, потому что каждая такая кривая накрывается прямой здесь. Значит, бесконечные длины, и померить их невозможно. Но в присутствии орициклов, мы можем померить эти длины, а именно следующим образом. Значит, если у нас есть квазитриангуляция, это пока, я еще раз подчеркну, пока что это топологический рисунок. Мы нарисовали какие-то там кривые, которые, значит, в отсутствии метрики мерить их длины нельзя. Теперь мы берем элемент
вот декорированного пространства Тейхмюллера. То есть у нас вокруг каждого прокола есть еще и по орициклу. Теперь мы можем сказать, что в данном классе изотопности возьмем вон ту самую кривую соединяющую и реализуем ее геодезической. Реализуем. На самом деле правильно смотреть на то, что происходит на универсальной накрывающей. Вот у нас прокол номер один, прокол номер два. Вот здесь эти два урицикла. Давайте их обозначим H1 и H2. И вот прямая, которая их соединяет. Так вот, идея очень простая. Вместо того, чтобы мерить длину вот этой кривой, которая вот, и которая бесконечная, мы будем мерить расстояние между этими урициклами. Обозначим это через дельта. Обозначим это через дельта, причем, вообще говоря, у нас может получиться по-разному. Смотрите, если урицикл такой вот маленький, аккуратненький, как я нарисовала на картинке, то у нас картинка будет вот такая маленькая, аккуратненькая. Но урициклы, они расслаивают вообще всю гиперболическую плоскость. Если мы будем увеличивать урицикл, то здесь картинка, она вообще говоря, может сильно портиться. Значит, этот цикл, он будет расти, но в какой-то момент он неизбежно будет сам на себя нарезать. И в частности, у нас может оказаться ситуация, когда два урицикла устроены так, что они здесь пересекаются. В таком случае вот эту самую дельту нужно брать со знаком минус, если они пересекаются. Еще раз, с самого начала. Значит, когда урициклы расположены так, как на картинке, дельта у нас берется со знаком плюс. Когда они коснутся друг дружки, эта самая дельта окажется равным нулю, после этого дельта должна поменять знак, что, в общем-то, естественно, такая естественная штука. И тогда вот этой самой дельте нужно поставить то, что называется лямбда-длина. Лямбда-длина между этими арициклами, это вот что такое, это e в степени дельта пополам. Это e в степени дельта пополам. И оказывается, верна следующая теорема. Что если мы рассмотрим декорированное пространство Тейхмюллера, то для каждой квазитриангуляции дельта существует изоморфизм, существует биекция, лучше сказать так, существует биекция между декорированным пространством Тейхмюллера и вещественным пространством R. Здесь я напишу какую-то n-заглавное. N-заглавное, конечно же, зависит от того, какой у нас рот и сколько проколов. Я поленилась посчитать, а наизусть я не помню. Значит, n большое вычисляется, и объект устроен так, что каждой точке отсюда ставится соответствие лямбда длины всех дуг, которые участвуют в квазитриангуляции. Так, давайте лямбда большой элемент отсюда, ему ставится соответствие лямбда длины дуг триангуляции. Вот. И подарок судьбы здесь заключается в следующем, что если мы захотим найти треугольник, идеальный треугольник с урициклами и с нужными лямбда длинными, чтобы здесь было, скажем, произвольная тройка чисел лямбда 1, лямбда 2 и лямбда 3, они могут быть реализованы как лямбда длинные, связанные с каким-то треугольником, снабженным сам декорированием урициклами. У нас нету, что хорошо здесь, у нас нету никакого неравенства треугольника. Оно нам жизнь не портит. Эти длины, они могут быть какие угодно. Два очень маленьких, а третий там миллион. Вот так. И, идея доказательства, в общем-то, похожа на доказательство теоремы про координаты Фенхеля-Нильсена. То есть нужно реализовать каждый из треугольников вот таким вот шестиугольником, посмотрите, что у нас здесь появляется, значит, нечто похожее на шестиугольник,
Вот если урициклы маленькие, то это все видно, это такой честный шестиугольник появляется, который вот этим набором лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3 определяется однозначно, а потом все склеиваешь обратно. И другая разница заключается в том, что склеить обратно у нас уже нету никаких подкручивающих параметров, потому что у нас нет никаких замкнутых кривых. У нас все привязано к точкам. Так, хорошо. Это у нас были лямбда-длины. И они очень удобные. К сожалению, мы сейчас не показать, почему они настолько замечательные. Например, они очень удобны для вычислений в кластерных алгебрах. Они хорошо меняются при флипах триангуляции. Если у нас есть триангуляция, то значит, бывает связанная с триангуляцией такая комбинаторная процедура, флип. Значит, вот у нас есть нечто такое. Мы можем стереть эту диагональ в четырехугольнике и поменять ее на такую. Такое локальное движение в триангуляциях. Вот, значит, есть хорошие формулы, которые связывают лямбда-длины здесь с лямбда-длинами здесь. И это делает данную координатизацию пространства Тейхмюллера очень привлекательной для всяких приложений. А можно вопрос? Да. А у нас еще есть вот вырожденный треугольник, когда как по мере расстояния, вот, когда просто такая петля с точки в точку. Она ничем не хуже. Она совершенно ничем не хуже, чем обычная такая петля, потому что вот эта точка в универсальной накрывающей, она будет накрыта уже двумя разными точками на абсолюте. Так, сейчас у нас голубая. Да, надо понимать следующее. Давайте сейчас я нарисую вот картинку. Сейчас я поняла, откуда непонимание. Вот мы рисуем развертку нашей поверхности. И вот точки на абсолюте для одной какой-то отдельно взятой развертки. Но дело в том, что прообраз, если мы будем действовать здесь группой, сохраняющей нашу мозаику, то у нас появится еще целая куча точек на абсолюте, и они, вообще говоря, будут всюду плотны, которые являются прообразами наших вот этих точек. И поэтому это здесь это одна и та же точка, а вот здесь наверху это две разные точки, и вот эта кривая, ну потому что эта кривая не стягиваемая, она ее нельзя накрыть, она будет представлена как вот такая вот прямая. Вот. Здесь, конечно же, будет один и тот же урицикл, потому что на самом деле внизу это одна и та же точка. Вот. Как у нее один урицикл нарисован. Но в накрывающем пространстве картинка будет точно такая же, как и для разных точек. Хорошо, ладно. Спросите еще, пока я стираю, если есть вопросы. А если нету, то мы перейдем к следующему сюжету. А следующий сюжет такой. Мне хочется все-таки договорить про группу классов отображений, про модуляжную группу и доказать про нее теорему. Опять же, пунктиром наметить доказательство теоремы о том, что она порождена скручиваниями Дена. Давайте сформулируем. Теорема Дена Ликориша. Пункт 1. Значит, в отсутствии проколов, давайте так напишем, модулярная группа поверхности без проколов порождена скручиваниями Дена. Вообще говоря, конечным числом, но давайте мы сейчас докажем, так сказать, программа минимум доказать, что она просто порождена скручиваниями Дена. Так, что делается с поверхностью, у которой есть проколы? Неверно, что она порождена скручиваниями, что модулярная группа порождена скручиваниями Дена по очень простой причине. Мы с вами видели пример диффеоморфизмов, которые переставляют проколы. А скручивание Дена, прискорбно, проколы все сохраняют.
Вот. Поэтому с ней можно связать чистую модулярную группу. Значит, чистая модулярная группа – это та, которая… Чистая модулярная группа, которая сохраняет проколы поточечно. Каждый из проколов сохраняет. И для нее верно то же самое. Чистая модулярная группа делает то же самое. Ну и для полноты, чтобы это, правда, не теорема Лихтенштейна или Кориша, но чтобы понять, что мы, так сказать, хотя мы себе упростили задачу, но мы видим все равно полную картину, нужно сказать следующее. Смотрите, пусть у нас есть поверхность с проколами, пусть у нас есть чистая модулярная группа от S. Она естественным образом вкладывается куда? В обычную модулярную группу, правильно? Здесь всякие дифеоморфизмы, а здесь те, которые сохраняют проколы. И это вложение, поэтому можно написать здесь единичку, и последовательность будет точна. Ну, угадывайте теперь. Теперь я считаю, что вы должны угадать. Значит, что я должна написать сюда, чтобы докончить... Да, замечательно. Здесь стоит просто симметрическая группа. Симметрическая группа на n элементах, где число проколов, да. То есть ничего, кроме проколов, ничего, кроме перестановок, не остается. Иными словами, значит, так, нужно, наверное, сказать, что такое точная последовательность. Вот когда вы видите точную последовательность вот такую, вот с таким количеством членов, это означает, что вот эта группа сюда вкладывается, а вот эта группа является фактором вот этого по вот этому. Или что то же самое, что это является полупрямым произведением вот этому, и поэтому каждый элемент отсюда, грубо говоря, представляется в виде комбинации элементов отсюда и элементов отсюда. Вот. Это, вот эти длинные слова, они просто заключены вот в этой короткой фразе, что это последовательность точная. Хорошо. Давайте теперь доказывать теорему Денна-Лекориша. Для этого нам понадобится так. Ну, мы сотрем, давайте мы ее докажем для поверхности без проколов, потому что все остальное будет аналогично. Так, чего нам нужно? Нам нужен следующий ингредиент, который замечательен сам по себе. Вопрос в сторону, но все равно, если мы сейчас берем диск с проколотыми точками, то у нас получается такая группа крашеных кос складывается в группу кос. Ну да, вот P-мод это были крашеные косы, а обычная модулярная группа это просто косы, да, конечно. Так, что я вам хотела сказать? Я вам хотела сказать про такую замечательную вещь, как точная последовательность Бирман. Она замечательна сама по себе, и она нам еще поможет доказать теорему Денна-Лекориша. Она устроена так. Вот пускай у нас есть, вот тоже сказать, сейчас я буду спрашивать вас. Пускай у нас есть поверхность, которая называется S. Это поверхность с проколом. Может быть, там еще другие проколы есть, но некоторый прокол, который обзовем его X, он выделенный. Давайте забудем его. Значит, смысл точной последовательности Бирман заключается в том, что она нам поможет забывать проколы. Вот это та же самая поверхность, только прокол x уже отсутствует. Обозначим его через S'. Давайте посмотрим, как связаны между собой модулярные группы S и S'. У нас есть следующее. Модулярная группа S. Все хорошо. У нас есть отображение. Это уже не вложение в модулярную группу S'. И это отображение на. Сейчас давайте попробуем понять, почему это отображение на. Потому что если у нас есть какой-то дифеоморфизм здесь, поверхности S'. Вот здесь все-таки есть точка x, но она не отмечена, я просто нарисую. Значит, если у нас есть какой-то дифеоморфизм поверхности S, то его всегда можно подправить изотопией так, чтобы все-таки x вернулось бы на свое прежнее место. Вот.
Поэтому это значит, что мы найдем прообраз вот здесь. Вот, поэтому это отображение на, а что у него лежит в ядре? Иными словами, что отправляется в ноль, когда пройдет через вот эти два, через эти две стрелочки. Так, ну давайте я подсказку сделаю такую. Слушайте, а у нас штрих отличается чем на один прокол? Вот прокол X мы забыли, значит, давайте проколы все-таки выделю синими. Вот здесь сколько-то проколов есть, мы их не трогаем. И здесь X это прокол. Все старые вот эти проколы мы сохранили, а X мы просто нарисовали. Но это уже больше не прокол. То есть диффеоморфизмы, изотопии, при изотопиях диффеоморфизмов точка X имеет право путешествовать как хочет. Давайте мы еще, можно для простоты говорить про, давайте все-таки говорить про чистую модулярную группу, чтобы у нас проколы бы не путались между собой, прошу прощения. Так вот, ответ такой, что здесь стоит P1 от S, базируемая в точке X. Здесь стоит фундаментальная группа. Я сейчас объясню, какой элемент, значит, мы должны объяснить, какие элементы вот этой группы вот сюда уходят в ноль. Элементы такие. Вот давайте рассмотрим диффеоморфизм S, который устроен так. Значит, что такое P1 от SX? Это некоторый замкнутый путь, который начинается и кончается в X. Ну и пусть это будет путь представлен нетривиальным элементом P1. Тогда я делаю следующее. Ну, что такое диффеоморфизм? Как мы его себе представляем? У нас есть жесткая наша поверхность S, и на ней лежит ее же копия, только сделанная из чего-то мягкого и растяжимого. И мы можем, значит, вот эту вот нижнюю поверхность, наоборот, верхнюю поверхность по жесткой поверхности как-то деформировать. Что мы делаем? Я вот, значит, вот у меня жесткая поверхность, и сверху на ней надета из резины копия S. Я беру свой палец, ставлю вот сюда, на резинку, на эту резиновую поверхность, и дальше веду свой палец вот таким вот образом, так, чтобы пройти по этой вот нестягиваемой кривой и вернуться обратно. Что я получу? Я получу элемент, который живет здесь, потому что мой диффеоморфизм X сохраняет на своем месте, правильно? Это будет точный элемент, который живет здесь. Значит, это будет элемент, который тождественно обнуляется вот в этой группе, потому что это будет некоторая изотопия, это диффеоморфизм изотопный нулю, который изотопен нулю в этой группе. Это видно, да? Вот. А в этой группе нет. Вот поэтому он и, так сказать, сколько таких я могу набрать из диффеоморфизма? Столько, сколько у меня разных неизотопных путей, соединяющих X с самим собой. Ну, а это ровно фундаментальная группа поверхности X. А если мы обходим вокруг синей точки, ничего интересного не происходит? Почему? Я могла пройти так. Ну, вот если вот это нетривиальный элемент P1, то произойдет. То будет то же самое, да. Да, P1 от S от X, да, вот сколько там у нас проколов. Давайте не думать про... Давайте для простоты считать, чтобы не смущаться. Сейчас мне главное показать вам идею, а там всякие детали. Давайте смотрим вообще все синие лишние точки. А то, видите, мне пришлось P-мод писать и так далее. Вот, теперь что я еще хочу сказать. Вот видно, и не знаю, насколько это видно, можете посмотреть, что вот этот диффеоморфизм, который я описала, образ вот этой группы здесь, он получается из двух скручиваний Дена. Прошу прощения, из скручивания Дена и его обратного. Кто видит какие? Они вот такие, смотрите. Значит, вот надо взять эту петлю и нарисовать две новые петли. Одну вот так, это альфа, а другую вот так, это альфа-штрих. Так вот, значит, вот тот диффеоморфизм, образ этого элемента P1, он равен вот чему. Он равен с точностью до перепутывания Т-альфа, прокомпозированное с Т-альфа-штрих в минус первый.
На что я хочу обратить ваше внимание? Вот на что. Значит, смотрите, мы доказали следующую вещь, что если модулярная группа вот этой вот более простой поверхности S' порождена скручиваниями Дена, то и модулярная группа вот этой более сложной поверхности с проколом тоже порождена скручиваниями Дена, потому что образ вот этого, это вот, описывается таким образом, скручиваниями Дена. То есть это представлено скручиваниями Дена, это представлено скручиваниями Дена, значит, серединка тоже. Это позволяет нам сделать некоторый шаг упрощения. То есть если у нас были проколы, то их всех можно по очереди стереть. И, значит, если для маленькой поверхности без проколов у нас все хорошо, то и для поверхности с проколов, более сложной, теорема справедлива. Вот. Значит, точная последовательность Бирман интересна и важна сама по себе, но для нас она позволяет делать такой индуктивный переход в доказательстве теоремы Дена-Ликориша. Ну и вот давайте теперь докажем теорему Дена-Ликориша, вооружившись этим... Так, прошу прощения, так, 45 минут прошло, да? Ага. А, ну отлично, еще есть время. Вот, давайте будем доказывать. Доказательство по индукции. А индукция будет у нас проходить по сложности поверхности, так сказать. Ну, давайте считать, что если у нас поверхность простая, например, сфера, то про нее мы все знаем. Мы знаем ее модулярную группу и скручивание Дена, которых там нету. И там у нас все хорошо. Это у нас типа база. Теперь давайте делать индукционный переход. Вот у нас здесь сложная поверхность, сложная. Там у нее большой рот и куча проколов. И куча проколов, которые нам усложняют жизнь. Вот. По теореме о точной последовательности Бирман мы можем сказать, что все проколы мы можем забыть, и достаточно доказывать уже для поверхности без проколов. Теперь давайте будем считать, что проколов нет. И пусть у нас F это элемент модулярной группы от S. S уже без проколов. И рассмотрим первый простой случай. Пусть нам так сильно повезло, что найдется такая кривая альфа, что F от альфа равно альфе. Пусть F сохраняет некоторую кривую альфа. Вот она. Смотрите, что мы можем тогда сделать. Тогда давайте проделаем следующее. Давайте нашу поверхность S вдоль этой самой кривой, я ее попроще как-то нарисую вот так. Вдоль этой кривой альфа разрежем. Так, сейчас мы это сделаем вот так. Вот так. А потом компоненты вот разрежем в том смысле, что мы выкинем просто кривую альфа, так что границы здесь нет, граничный компонент нету. А потом просто стянем вот эти вот дырки, такие они, дырки открытые, в точки, так чтобы это получилось бы прокол. В данном случае здесь получится просто тор с двумя проколами. А не правда ли, значит, что у нас... Да, альфа существенная кривая. Альфа существенная, нестягиваемая. И тем самым при разрезании по альфе у нас падает рот. А это как раз то, к чему мы стремимся. Мы стремимся упрощать свои поверхности. Вот, хорошо, у нас есть F, который автоморфизм S, сохраняющий альфа. Вот эта конструкция нам дает какой-то F с чертой, который есть автоморфизм, который есть дифеоморфизм вот этого S-штриха, вот S-штрих. Новые упрощенные поверхности. Не так ли? Просто вот там был устроен дифеоморфизм, так вот его образ здесь. Вот. По индукционному предположению давайте считать, что F-штрих порожден скручиваниями Дена. Когда мы возвращаемся назад, тут у нас есть... Значит, когда мы возвращаемся назад, что мы происходим? Надо все делать наоборот. Но вместо каждого из проколов нужно устроить такую дырку, добавить туда границу и как-то склеить эти самые границы. Но склеивание двух дырок, оно чем регулируется? Оно
регулируется, естественно, скручиваниями Дена. Когда мы поднимаемся обратно, у нас добавляется одно новое скручивание Дена по сравнению со старой модулярной группой, скручивание вдоль альфы. Вот. Но как ничего особо ничего другого не происходит. Вот. Поэтому если теорема Дена-Ли-Кореша верна для такой поверхности, для такой поверхности, то она и верна для этой поверхности в том случае, когда дифеоморфизм, о котором мы говорим, равен, сохраняет хотя бы одну какую-нибудь кривую. Вот. Но это сильное условие, чтобы дифеоморфизм должен, когда дифеоморфизм сохраняет кривую. А что делать в другом случае? Давайте рассмотрим случай 2. Пускай найдется кривая такая, что, которая не сохраняется, но и так сказать, далеко не уходит, что индекс пересечения от альфы и f от альфа равен единичке. Значит, еще раз, мы взяли элемент из модулярной группы и нашли такую кривую, нам так повезло, что она пересекается со своим образом ровно в одной точке. Нам нужно доказать, что наш f представляется в виде композиции скручивания Дена. А что мы делаем? Значит, смотрите, если нам нужно, что мы хотим доказать про f? Что f — это произведение скручивания Дена. Значит, мы имеем право это самое f подкручивать, менять, подкручивая на скручивание Дена. Теперь мы знаем следующую вещь, что это было в прошлый раз, что t f от альфа, если подействовать на альфа, а потом подействовать на скручивание вдоль альфа, то у нас получится в точности f от альфа. Я напомню, у нас просто было так, что если а и b пересекаются по одной точке, то ta, tb от a – это есть точности b. Вот. Дословно у нас была вот такая формула. Здесь я просто поменяла немножко обозначение. Вот. А иными словами, наш дифеоморфизм можно подкрутить на скручивание Дена так, что мы попадем при этом в парадигму пункта номер 1. И мы можем воспользоваться первым пунктом. Но что делать, если и такой кривой нет? А тогда нужно доказать следующую вещь, что можно этим шагом воспользоваться много-много раз, может быть, очень много, но все-таки конечное число раз, и свести все равно к случаю номер 1. Для этого нужно устроить следующее. Для этого нужно устроить вот наша кривая альфа, вот наша кривая f от альфа. Для этого нужно устроить семейство кривых. Так, давайте как-нибудь их. Альфа, это пускай будет альфа 0, значит, кривая альфа 1, кривая альфа 2, кривая альфа 3 и так далее. И кривая, скажем, альфа n минус 1, а f от альфа – это кривая альфа n. Семейство кривых. Надо найти семейство кривых, которое обладает следующим свойством, что каждые две соседние кривые в этом семействе пересекаются по одной точке. Вот это сложная теорема, которую давайте в качестве задачи. Сложная, но такая, ее можно решить. Значит, доказать, что если у нас имеются две существенные кривые на поверхности без проколов, то можно эти две кривые альфа, какую-либо другую, соединить цепочкой кривых таких, что каждые две соседние кривые в этой цепочке пересекаются по одной точке. Тогда, пользуясь вот этим свойством, мы можем наш f подкручивать на скручивание Дена, так что в конце концов он превратится в f, удовлетворяющий пункту 1. И мы можем воспользоваться. А дальше мы разрезаем, получаем поверхность с двумя проколами. Проколы по теореме Бирмана забываем и понижаем рот нашей поверхности. Значит, за что мы боремся? Мы боремся за упрощение нашей поверхности. Вот это действие, оно позволяет нам понизить рот нашей поверхности. Ну, для полноты картины нужно было бы сказать следующее, что иногда может быть так, что эта кривая у нас
разбивающая кривая. Но это тоже все, так сказать, то, что нам хорошо. Если кривая альфа оказалась разбивающей кривой, то это даже еще проще, потому что у нас две компоненты связанности, и они там как-то их нужно по отдельности рассматривать, и все только хорошо. Вот. Вот вам схема доказательства теоремы Денли-Кореша. Более подробно, фактически я взяла то, что написано в учебнике, и упростила. То есть все лишнее повыкидывала там округ. Вот. Вот это очень интересный сюжет, который открывает путь к комплексам кривых, которые связаны с поверхностями, отмеченными точками. Это отдельная такая интересная тема, которой можно заниматься, можно и нужно заниматься долго, и в которой есть глубокие результаты. Несмотря на то, что вот это все выглядит как такая полуолимпиадная задача или упражнение. Вот, хорошо. Значит, дальше в истории теоремы Денли-Кореша шла борьба за уменьшение числа образующих. И на самом деле это все известно. Если вы посмотрите картинки в учебнике, там просто явно выписанные образующие, вдоль которых надо скручивать, и соответствующие скручивания Денли порождают модулярную группу кривой. Вот. Так что если вы захотите, это все совершенно доступно. Я даже думаю, что это есть в Википедии. Это все не является секретом. И последний сюжет, который я хочу рассказать. Мне очень хочется посчитать какое-нибудь пространство модулей. Сколько у меня времени? Так, у меня еще 17 минут. Но я успею. И пространство модулей, мне придется тут жульничать изо всех сил и считать пространство модулей Тора. Тем не менее, это какую-то интуицию того, что происходит для остальных родов, даст. Значит, почему это жульничество? Потому что на Торе нету гиперболической метрики. Соответственно, пространство Тейхмюллера, оно не просто нольмерное, оно пустое. Поэтому давайте дадим какое-нибудь другое определение. Давайте пространство Тейхмюллера Тора. Давайте напишем так, что это элементами его являются метрики, Риммановые метрики кривизны, равные нулю, с точностью до, как обычно, диффеоморфизмов изотопных тождественных, то есть с точностью до изотопии. И еще такое замечание, что, значит, для Тора, для метрик на Торе есть гомотетия. Вот гомотетии нету для гиперболических метрик, потому что при фиксированном роде там всегда у них всегда одна и та же площадь по теореме Гаусса-Бонне. А на Торе можно сделать следующее, что если у нас есть маленький Тор, то склеен, и метрика там, я рисую сейчас метрический Тор, то мы его сюда можем раздуть лямбда раз, и получится тоже плоский Тор. Ну и вот давайте здесь напишем тогда такое условие, чтобы отождествлять вот такие Торы с точностью, еще раз, с точностью до гомотетий. Хорошо. Чтобы говорить про пространство модулей, нам нужно описать пространство Тейхмюллера, чему оно равно, и описать модулярную группу, которую мы не посчитали. Но тем не менее мы настолько близко приблизились к модулярной группе, к вычислению модулярной группы Тора, что сейчас вы поймете. Значит, напомню, что на втором занятии мы считали модулярные группы всяких простых объектов, например, кольца. И какая там была идея, что мы проводим какую-нибудь кривую так, чтобы дополнение бы оказалось диском. Тогда для диска у нас есть теорема Александера, там модулярная группа тривиальна, и поэтому нужно просто смотреть, куда вот эта кривая переходит. Это я сейчас просто повторяю вкратце идею. Значит, вот мы, когда мы посмотрели, куда эта кривая переходит, мы поняли, что, значит, наша модулярная группа равна для кольца Z. Здесь мы можем сделать то же самое. Я тоже делаю это пунктиром, потому что нужно очень аккуратно смотреть на всякие детали. Давайте возьмем две образующие, какие-то зафиксируем конкретные образующие на Торе А и Б. И если у нас есть диффеоморфизм, то мы давайте посмотрим на образы φ от А
и фи от b. Значит, на... можно считать, что тор разворачивается, исходный тор у нас разворачивается так, что он представлен в виде фактора R2 по Z2. То есть у нас для простоты считаем, что плоскость замощена просто обычными квадратиками. Сейчас пока у нас никакой метрики нету. Вот. Теперь кто такие образы этих кривых? Значит, вот легко понять, давайте, я не очень люблю, когда это говорят, но тем не менее, значит, это должны быть две кривые на торе, которые пересекаются в одной точке, правильно? Потому что сколько в прообразе точек пересечения, столько же и в образе. Две кривые на торе, пересекающиеся в одной точке. Значит, если мы посмотрим на их поднятие на универсальную накрывающую на плоскости, то мы увидим, что им соответствует, вот исходным кривым А и Б соответствуют вот эти вот образующие решетки, а их образом соответствуют какие-то две другие образующие, но той же самой решетки, например, вот так. Например, вот, так, вот такие могут быть. Вот. Иными словами, здесь у нас модулярная группа тора – это группа автоморфизмов решетки. И поэтому мы напишем так, что модулярная группа тора – это SL2Z. Необразующие? Да, спасибо. Сейчас мы поправим. Сейчас, вот так. Вот теперь сейчас будет образующий. Да. Спасибо большое, да, действительно. Нехорошо, когда картинка не соответствует. Угу. Как проверять, образующий или нет? Нужно смотреть, чтобы вот соответствующий параллелограммчик имел бы, или соответствующий треугольник имел бы площадь 1/2. Вот. Это первый ингредиент, модулярная группа. А теперь что такое пространство Тейхмюллера для тора? Значит, теперь мы уже имеем дело с метрическим тором. Метрическим тором мы знаем, что он склеен из некоторого... Мы не должны поясок делать там для ориентации? Не должны, мы достаточно этого всего достаточно. Я не хочу. Вот из, что метрический тор, то есть тор с плоской метрикой, он у нас... склеен. Дело в том, что поворот на 180 градусов, матрица минус 1, минус 1, она сохраняет ориентацию, но представляет собой другой элемент здесь. Ну, чем позже сейчас? SL2Z, нет, SL2Z, все. Детали в кулуарах. Значит, сейчас мы обсуждаем пространство Тейхмюллера. Тора. Это вот что такое. Пусть у нас есть элемент пространства Тейхмюллера, мы его можем разрезать и представить в виде склейки параллелограмма. А теперь нам нужно сделать следующее. Теперь, естественно, этот параллелограмм можно как угодно расположить на плоскости. Это не просто параллелограмма, а параллелограмм с занумерованными образующими, чтобы у нас бы там ничего бы не напуталось. Вот. Мы можем добиться того, что образующая номер один параллелограмма лежит на оси иксов, а дальше мы должны убить вот эти самые гомотетии, и поэтому можно считать, что параллелограмм у нас выглядит следующим образом. Вот у нас нолик, вот у нас единичка на оси иксов, что вот это имеет длину единицы, короче говоря. То есть мы не факторизуем по объему, а берем другое сечение, значит, вот. Вот эта вот образующая должна иметь единичку, единичную длину. И тогда все определяется положением вот этой вот точки. Значит, надо знать, где у нас лежит точка. На эту точку и на эти три точки натягиваем параллелограмм, получаем элемент пространства Тейхмюллера. И здесь не происходит никакой дополнительной факторизации, потому что я напомню еще раз вот наш самый такой... Один из первых примеров. Вот такие две метрики, которые склеиваются из белой и из голубой картинки, они друг дружке изометричны, но отличаются на скручивании ДН. То есть в пространстве Тейхмюллера мы их не отождествляем. А как раз, когда у нас начнет действовать группа, то мы начнем отождествлять. Итак, значит, можно сказать, что пространство Тейхмюллера – это верхняя полуплоскость. И на самом деле можно сказать еще и больше, что
это верхняя полуплоскость структуры гиперболической плоскости по той замечательной причине, что действие модулярной группы на гиперболической плоскости на пространстве Тихмюллера есть в точности действие S2Z на H2. Вот. Действие это дробнолинейными преобразованиями, то есть каждая Z отправляется в AZ плюс B делить на CZ плюс D. Вот такое действие. Ну хорошо, дальше мы должны посчитать пространство модулей, которое обозначается красивой буквой, пространство модулей от Тора. Это равно чему? Это равно фактору. Значит, мы должны H2 профакторизовать по действию SL2Z. Вот. Значит, у нас есть верхняя полуплоскость и группа, которая там действует. Что значит профакторизовать? Это значит, что если здесь точка, на верхней полуплоскости, то всякими такими дробнолинейными преобразованиями, так давайте все-таки напишу, у нас время есть, давайте я напишу условия, что А, Б, С и Д у нас в данном случае целые только бывают, и условие еще такое, что А, Д минус Б, С равно единице, то есть определитель равен единице. Так, это у нас множество таких дробнолинейных преобразований, которые равны вот этому. Ну и самое главное, что здесь есть очень хорошие образующие. Первая образующая такая. Это параллельный перенос. Z уходит в Z плюс 1. Это вот как раз вот, вот это вот действие. Вот это действие, оно и есть действие параллельного переноса на пространство Тихмюллера. Второе такое. Z переходит минус 1 делить на z. Так, плюс 1. Это равно вот этому. Хорошо, теперь значит, на верхней полуплоскости, что означает, что мы должны посчитать фактор гиперболической плоскости по действию какой-то группы. Это означает следующее, что из орбиты каждой точки мы должны выбрать ровно по одной точке. И сделать это максимально, нарисовав максимально красивую картинку. Так что, потому что понятно, что то, что я сейчас произнесла, оно выглядит очень расплывчато. Так, ну давайте смотреть. Значит, вот у нас мы имеем право делать следующее. Вот откуда берется орбита точки? Вот мы взяли точку. Во-первых, мы имеем право к ней добавить все ее параллельные переносы на единичку. Все вот такие точки. А во-вторых, мы имеем право вот брать такую, ну, почти что инверсия, правильно? Брать инверсию с, с центром в нуле, это почти инверсия. Вот у нас 0, вот у нас окружность радиуса 1. Что делает наша почти инверсия? Она вот эту точку и оставляет на месте, правильно? Здесь посмотреть на формулу. А вот эти точки она меняет местами. То есть она вот, скажем, вот эту дугу она вот сюда переносит. Вот. И если у нас точка лежала внутри, где-то здесь, то ее образ, ну, наверное, он будет лежать где-то здесь примерно. Вот, теперь смотрите, значит, что мы можем сделать. Значит, из каждой орбиты мы должны выбрать ровно по одной точке. Давайте проведем следующие прямые. Отметим точки 1, 2 и минус 1, 2. Эти две вертикальные прямые отметим и скажем, что каждая орбита каждой точки хотя бы один раз обязательно зайдет вот в эту вот полосу. Ее можно загнать в эту полосу обязательно. И некоторые точки даже можно дважды загнать в эту полосу. А это, скажем, вот такую точку и вот такую. Они у нас склеиваются. Они у нас принадлежат одной орбите. Вот. Теперь, если немножечко повозиться, но это легко, можно доказать, что любую точку, действуя на нее попеременно вот этим и этим преобразованием, можно загнать не только в эту полосу, но и вне вот этой вот, вне вот этого круга. То есть в результате у нас останется то, что называется фундаментальной областью. Это вот фундаментальная область.
Значит, каждая орбита, она хотя бы один раз в эту фундаментальную область заходит. Но мы не можем сказать, что это желтая фундаментальная область – это пространство модулей, потому что на границе происходят еще склейки. Это такая совершенно типичная ситуация, когда у вас есть что-то, где действует группа, значит, вот он, вы должны взять фундаментальную область, найти, и потом смотреть, что происходит, какие склейки на границе. Например, вот эта точка должна склеиться с этой точкой, потому что они отличаются на перенос единичку, правильно? Значит, вот это должно быть приклеено вот к этому. А точки, которые лежат вот здесь, они должны, здесь, так вот, они должны приклеиться вот сюда. Вот точка И стоит на месте, а вот эти вот точки, здесь есть уголок такой необычный, они склеиваются. И что у нас получается? Как там у нас со временем? Сколько у нас? 5 минут. А, отлично, все, все получилось. Поэтому после склеивания у нас получается следующее, что пространство модулей от Тора мы отождествляем вот с таким объектом. Так, сейчас. Сейчас я постараюсь нарисовать. Вот с таким вот объектом. Вот это вот рог, который уходит на бесконечность. Давайте вспомним, что все-таки мы все это выкраиваем из гиперболической плоскости, поэтому здесь рисуют именно вот так, сужающийся рог. И на нем, на этом пространстве, здесь дальше у нас все вот так. То есть я просто взяла эту выкройку, вот так вот сложила, и вот я ее перерисовала. Вот эта точка, это вот эта точка. А вот эта точка, она же вот эта точка, это вот эта точка. И видно, что на картинке как-то у нас появились две такие точки, где мы потеряли гладкость. Вот у нас изначально наше пространство, оно было гладкое, гиперболическая плоскость, гладкая. А теперь, после того, как мы профакторизовали, у нас гладкость умерла. Почему так произошло? А потому что, и что это за точки? Значит, кто такие вообще точки пространства модулей? Это какие-то метрические торы. Это какие-то метрические торы. Давайте мы их увидим, поймем, почему так происходит. Значит, это совершенно типичная ситуация, когда у нас группа действует, мы берем фактор по действию группы, но стабилизаторы разных точек разные. Значит, дело в том, что... Давайте просто пример покажу. Значит, вот желтая точка отвечает вот такому плоскому тору. Он устроен вот так. Он склеен из квадратика. Значит, произвольно взятый плоский тор, он склеен вот из такого. И поэтому, скажем, поменять местами горизонтально-вертикального образующего в нем невозможно. А такой тор можно повернуть на 90 градусов, и это будет автоморфизм. Это значит, что это значит? Значит, это значит, что существует элемент модулярной группы, который одновременно является изометрией вот этого тора. Значит, существует элемент модулярной группы, который является изометрией этого тора, и группа, стабилизатор этого тора – это Z2. Поворачивать так, можно. Вот. Вот с этой точкой еще интереснее происходит, потому что красная точка отвечает вот чему. Красная точка отвечает тору, склеенному из шестиугольника. Вот лучше всего это показывать на такой картинке. Пусть вас не смущает шестиугольник, потому что если мы будем склеивать противоположно лежащие стороны, легко видеть, что получится тор с плоской метрикой. При этом у нас образуется... Что у нас образуется? У нас образуются две вершины. Вот будет желтая вершина и будет синяя вершина. Ну и сумма углов у нас нормальная. Значит, здесь по 120, вот они как раз дадут 1, 2π. А вот это вот нам даст другое 2π при другой вершине. Так что при склейке тут будет все хорошо, действительно получится плоская метрика без особенностей. И это будет торт, легко проверить, который можно поворачивать на
Так, его можно поворачивать. Если мы будем игнорировать повороты на 180 градусов, то тогда можно сказать, что его группа Z3. Вот. Группа Z3. И других особых точек нету. Вот. И вот аналогичный эффект появляется в пространствах модулей гиперболических поверхностей. Там появляются особые точки. Давайте я скажу слово, чтобы оно не значило. Орбифолдные. Фолдная точка на пространстве М. Когда у нас какой-то другой род и сколько-то там отмеченных точек, они соответствуют гиперболическим метрикам таким, что существует диффеоморфизм, нетривиальный диффеоморфизм, являющийся одновременно изометрией. То есть такие метрики на поверхности большего рода с проколами, которые обладают некоторой внутренней нетривиальной симметрией. Так, давай так и скажем. Точки с поверхности с метрикой, поверхности с внутренней симметрией. Ну вот, вот давайте я в конце скажу, что, конечно же, наибольший интерес представляют пространства модулей, потому что они как связаны, имеют выход очень на многие области математической физики, геометрии, чего только они не имеют. Это такая очень модная и красивая, заслуженно модная и красивая тема. К сожалению, мы про них много не поговорили, но пространство Тейхмюллера — это такая вот некоторая ступень, которая нас к ним, я надеюсь, приблизила. На этом наш курс закончен. Спасибо большое.